ничего не сделал. А скажите, будь ласка, що тут сталося? Бомба прилетіла. А котрій годині? 5:15. А де ви знаходилися в цей час? В спальниці. Тобто, виходить, в рубашках народилась? Так, да, так. Да. Як нам сказали, Скажіть, будь ласочка, а взагалі є постраждалі? Ні. Слава Богу. Ні, сусід осколками його забив, але він зараз в больниці. В принципе, бахнуло, и все начало сыпаться на голову. Ну, и поэтому мама проснулась и взяла детей и выбежали все на улицу в подвал. Я была в подвале с детьми, а мой муж был на улице. Смотрел, потому что горел здесь дом, что ну, мало ли, и здесь у нас ничего, ветра не задуло. Ну, и муж в это время находился на улице. Да, и укрывался со всеми. Ну, у вас практически сейчас все разрушено, получилось. Все, да. Ну, стенки кое-какие стоят, но как бы ничего не важно. Ну, она все разрушена, и она непригодная. Ну, как бы находиться в доме в данное время невозможно. Ни жить, ни спать, ничего. Вот в этом доме. Угу. Мама спала вот там вот в спальне, угу, где упала стенка. Сын спал вот тут возле окна, а муж бывший спал вот там в дальней комнате. Ну все залишилися живі, все нормально, да? Русский мир, что бы вы хотели сказать взагалі? Кроме матов больше ничего. Больше ничего. Да, только один. Ну, знаете, вот это как говорят, пи-пи-пи, и больше ничего, да. Потому что это страшно. Оно никому не надо, я не понимаю, кому это надо вообще. Чего они вообще добиваются, а они добиваются в 21 веке? Непонятно. Что хотели бы сказать хлопцам, которые на передовых позициях сейчас находятся? Мальчики, мы за вас молимся. Да. Бережите себя и нас. Да. Самое главное. Самое главное. Берегите свои жизни, ну, и старайтесь не пустить их сюда. Смотрите, как это.